Улицы Юшкова и Красноармейскую в Чите отремонтируют и оснастят ливневой системой. Документы о начале конкурса размещены на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составит без малого 59 миллионов рублей. Подрядчик должен будет обновить дорожное полотно проезжей части, восстановить тротуары, нанести разметку, установить барьерные ограждения, освещение и дорожные знаки. Заявки на участие в торгах можно подать до 16 числа. Итоги конкурса подведут 21-го. Власти Читы в этом году отремонтируют или реконструируют 13 дорог города. Еще две улицы пока остаются в резерве. Наиболее масштабные работы начнутся на улице Новобульварной и продлятся в течение 3 лет.